Смоленска. С радужных начал даже рядом не стоял этот светлый идеал. Но при помощи магии машин Пегас осознание радуги узнается за раз. Философию радуги дальше за долину облаков мифологии. Ошибочен взгляд на парящий город, как оплот красоты в социальной утопии. За великим делом велика его ответственность. Клаус Делл смог воцарить размеренность. Спросишь, как им, задача пустяк, там ответ, где упрощается деятельность. Фабрика радуги, твои ужасы и страх воплоти. Это фабрика радуги, там откуда нет назад пути. Это фабрика радуги, твои ужасы и страх воплоти. Ужасы и страх воплоти. Это фабрика радуги. Там откуда нет назад пути. Это фабрика радуги. Твои ужасы и страх воплоти. Это фабрика радуги. Твои ужасы и страх.